Подведение итогов социально-экономического развития Дальнего Востока за первое полугодие стало основной темой обсуждения на заседании окружного совета. Заседание прошло накануне в Южно-Сахалинске под руководством вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Лидерами стали Чукотка, Якутия и Камчатка. Главы этих регионов получили от полпреда благодарности. Трутнев отметил, что Дальний Восток развивается. По итогам первого полугодия рост объемов промышленного производства составляет 105,4%. Как отметил полпред, в дальнейшем будет сформирован перечень критериев, по которым будут подведены итоги года. Это поможет определить дальнейшее направление работы.